Я вас категорически приветствую, дамы и господа, вы на канале Resale Hub, и сегодня я покажу вам лучшие варианты стильных и реально классных пуханов на зиму 2025 года. При подборе этих позиций я опирался на внешний вид курток, а также на их тепловые характеристики, дабы вы не замерзли даже в каком-нибудь Сургуте или Норильске. Первый пуховик из нашей подборки – Jordan Essential Jacket в черном цвете. Это топ за свои деньги, отвечаю, в магазине Erwin Emmons Store его можно урвать всего за 13 990, хотя на той же ламоде он обойдется около 20к, если не более. Выглядит он очень хорошо, хотя это и не удивительно, ведь ребята из Jordan всегда делают хороший дизайн и используют качественные материалы. Наполнитель в этом пухане смело выдержит до минус 25 градусов, а если наденете теплый худос, можете двигать с кайфом в нем хоть на Северный полюс. Второй пухан снова от Jordan, и по сути это та же модель, только уже в другом колорвее. Меня зацепила эта расцветка тем, что она напомнила мне легендарный скин на калаш из CSGO под названием Red Line, тем самым пробив на ностальгию. Пишите в комментарии, если тоже заметили сходство. Кстати, есть еще одна интересная расцветка этой модели, но в более зумерской конфигурации. Подойдет для молодых типов, которые любят привлечь к себе внимание. В нем вы не будете выглядеть как нефор, но при этом точно соберете взгляды прохожих. Так что кому по душе пестрые шмотки, welcome. И да, братва, все куртки из этого видео, а также огромное количество оригинального, а также эксклюзивного шмота из-за бугра вы можете приобрести в Erwin Emmons Store. Редчайшие стоники, сипихи и другие премиальные бренды, все это вы найдете там. Любые проверки на Legit, свыше 5000 положительных отзывов, все это про Эрвина. Ссылочки на группу ВК и Telegram будут в описании и закрепленном комментарии. А если назовете промокод RESALEHUB при заказе, получите бесплатную доставку. Дерзаем, господа. Nike Windrunner. Отличный пуховик без каких-либо дизайнерских излишеств. Он офигенно смотрится и тепло греет, то что надо для ровного пацана зимой. Стоит 16к, но это хорошее вложение, прослужит вам пару лет точно, а то и более. Затем идет любимец многих, пухан от Nike из этой же серии Windrunner, но сделанный из лютого переливающегося материала. Просто посмотрите, какой он кайфовый. Ходя в таком по району, вам безоговорочно будут выражать респект даже старушки в преклонном возрасте, настолько он пиздатый. Стоит он чуть дороже, чем предыдущие модели, однако я бы не стал скупиться на стиле и зацепил бы его себе на зиму. Ну а какая подборка зимних курток может обойтись без бренда The North Face? Эти легенды давно себя зарекомендовали в этой стези, поэтому представляю вашему вниманию данный пухан. Это прям максимальная классика. Лютый, теплый, стоит адекватных денег и хорошо греет душу. Что еще нужно вообще? А дальше по списку идет пухан уже из премиум сегмента для нафаршированных деньгами мужиков от бренда CP Company. Это прям лютый must-have, если бабки для вас не проблема. Есть разные расцветки этой куртки, но мне особенно зашла ярко-зеленая версия. Я бы сказал, даже лаймовая. Выглядит мега сочно, но и стоит так же. Поэтому, если ты, зритель, готов потянуть данный чек, то я бы остановился на этом варианте. Ну и последний пухан из нашей подборки – это коллаба Stone Island с Supreme. В нереальной цветочной расцветке. Какой же это стиль? Просто пи***ц. Когда я первый раз его увидел, я в конвульсиях побежал смотреть, хватит ли мне лаве на эту куртку, чтобы в эту же минуту сделать заказ. Однако спойлер, не хватило.